Вы на канале Новости БП. В Бишкеке задержан экс-премьер-министр Кыргызстана Амурбек Бабанов. Уточняется, что Бабанов был задержан в рамках расследования уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кунтер. Ему вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция УК КР». Ранее по делу Кунтера допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов. 15 мая в офисах ЗАО «Кунтер Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Камчи Бекташиев сообщил, что есть 4 уголовных дела, связанных с рудником «Кунтер». В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.